На портале «Добродел» стартовал сбор предложений по ремонту дорог на 2023 год. В опросе принимают участие все муниципальные и региональные дороги. До 31 мая каждый зарегистрированный пользователь госуслуг может проголосовать за один из участков. Для этого необходимо отметить его на интерактивной карте. Также можно приложить фото, оставить комментарии или поддержать других пользователей лайком. Дороги, получившие максимальную поддержку и отобранные специалистами, будут вынесены на последующее голосование. Оно пройдет с 1 июля по 31 августа. Жители Подмосковья принимают активное участие в формировании программы ремонта дорог на Доброделе с 2017 года. С их помощью за 5 лет отремонтировали более 2000 объектов.